Друзья мои, вы находитесь на конкурсе нырятели. Я самый лучший ныряльщик в России. Это второе место по Европе. Сейчас мы вам покажем, как мы ныряем. То есть, насколько мы... Насколько это правда. Насколько мы надолго задерживаем дыхание. Просто это очень трудно. Нырять в горячий источник 40 градусов в январе. Это очень трудно, друзья мои. Итак, Юрий Павлович, давай покажем людям, которые, которые не знают вообще, не были здесь ни разу. Абсолютно. Так что, надо вместе, Юрий Павлович, нырять. Вместе, давай вместе ныряем и вместе всплываем. А, ты еще. Давай. Раз, два, три. Не, ну, по-моему, я дольше был или нет? Дольше, дольше. Ну, все, значит, я чемпион, а это... Я выпрыгнул, а он меня держит. Ha ha ha!